Дим Мизгирь. Ждем звонков. Всю бочину, все, три раза Мизгирь уже пришел. Оля, мы в шоке, нахуй. Представь. Мы боимся выйти, чтобы он нас не застрелил, Оля. Ну, пиздец, нахуй. Алиса, не трясись. Обращались в органы опеки для того, чтобы помочь как-то Ростиславу, но ничего не получалось, потому что у этих людей есть деньги. И сейчас вот он, белый джип, который таранул нашу машину. Вон там прямо Ленин, а вот здесь трасса. Мы ехали вот по этой дороге, вот сюда вот. И он прям в нас врезался. Сейчас он говорит, что напротив ехал КамАЗ, хотя этого не было, потому что Андрей Мизгирев живет вот здесь вот. Мы сразу ему позвонили, он шел, и он выбежал из дома с края и сразу увидел, как нас таранил он. Где еще? Никакого КамАЗа, ничего здесь не было. Почему ребенка мы предлагали взять опекунство, как-то помочь ребенку, даже деньги нам не нужны с этой опеки, но ничего так и не случилось. Также мы предлагали... Почему ребенка мы предлагали взять опекунство, как-то помочь ребенку, даже деньги нам не нужны с этой опеки, но ничего так и не случилось. Также мы предлагали сдать его в детский дом, но он не хочет, он хочет просто... чтобы ребенок жил с ним и чтобы он его периодически избивал. А женщина скрылась с места преступления, ее здесь просто нету. Она сидела с каменным лицом на переднем сиденье справа. Я нахожусь дома. Все хорошо со мной и с моей мамой. Приехала полиция. Мы записали несколько заявлений, в том числе и на покушение жизни. Это очень страшно. Я сейчас вскрыла архивы и нашла, где некоторое время назад избивали Ростика. Он пришел весь в синяках. Он был еще младше. Это очень страшно. Я надеюсь, этот случай не останется без огласки. Спасибо, что вы меня поддерживаете. Спасибо тем, кто приехал. Я думаю, что все будет хорошо. Я не знаю, смогу ли я сейчас нормально все объяснить, но я не смогу всем сейчас ответить. Извините. Ростик, так, вот этим ухом, это целое. И вот это синее. Нет, вот так. Угу. Поверни спинкой. Нельзя, Ростик, чтоб тебя так били. Ты чё, меня в детстве не били? Так, и ноги покажи. Ноги. Ну-ка, покажи. Повернись ко мне. Угу. Ещё повернись. И с другой стороны жопой повернись попой. Ага. Мальчик мой маленький. Он синенький. Синий весь маленький. Тебе уже не больно? А ты где-то когда был? Лицом повернись.
Что говоришь? Неправильно написал букву? А что неправильно написал? Блин, там надо было переписать, а я неправильно переписал. Он тебя побил так сильно? А где футболка? Да ну, не может быть такого. Только за это? Плакал сильно? Угу. Где маленький, пожалею. Иди поцелую. А еще я в вашей футболке вот. В нашей футболке? Ну, в прошлой я отдала. Дала мама. Хотела вас попросить, чтобы вы помогли мне и опубликовали у себя в историях или в публикациях, чтобы мои истории, мои видео увидела как можно больше людей, которые проживают в Канске или в Красноярске, пожалуйста, потому что уже не первый раз мы с таким сталкиваемся, и ничего решить не получается. Это ненормально, когда бьют ребенка. Если вы можете, помогите, пожалуйста. Сейчас очень переживаю за свою жизнь, за жизнь моей мамы, потому что она стала врагом номер один для этой семьи Барташевичей. И я очень переживаю. Помогите, пожалуйста. Отметьте меня или мою мать, чтобы просто это не оставалось все безнаказанным. Доехали домой. Нас с мамой сопровождал дядя и отец. Спереди и сзади. Потом вклинилась между мной, моей машиной и дядиной другая машина. Я очень испугалась. Я думала, это кто-то из знакомых Гриши. Они включили аварийку, и какая-то рука махала нам с окошка. Мы остановились неподалеку, и они остановились вдалеке. Вышел мужчина, и я не рассмотрела. Еще один человек. Я очень испугалась. Я говорю, мама, сдавай назад. Мы начали, только собирались сдавать назад, потому что было страшно. Эти люди побежали. Потом мама присмотрелась и сказала, что это моя подруга подъехала. Я думала, господи, как страшно, до такой степени страшно. Страшно до такой степени, что начинаешь подозревать абсолютно всех. Самое страшное то, что когда Ростик выйдет из больницы, он пойдет туда, к ним, домой. Это самое страшное. Я думаю, что побои продолжатся. И это очень страшно. Я хочу это предотвратить, но я понимаю, что... Кто сбил? Гриша и Надя. Надя, по какой стороне била? Вот по этой? Да, где-то здесь. Вот, подожди. Ну-ка, стой. Вот на плече смотри. Поворачивайся вот еще. Плечо. Поворачивайся лицом. За что вот избили? Плечи, да? За что избили, Ростик? Вот на плече подзадрите. Тихо! Как? За что избили? Вот то, что я Наде мешала руки делать, но она сама мне мешает. Смотри на плече. А какая. По ногам били? Нет. Ну-ка, снимай все равно. Покажи задницу. Там все нормально. Когда здесь, били-то? Здесь все нормально-то. Сзади жопу покажи. Когда били-то? Тут тоже все нормально. Били? Угу. В субботу. Да.